Еще 7 утра нет, а встал натощак водной процедуры на улицу тренироваться. Многие начинают гирю поднимать сейчас все больше и больше ради хайпа. Поднимают ее месяц, два, три, потом уходят в воркауты, в пауэрлифтинг, во всякие разные направления, там, бодибилдинг. Я все-таки настолько эту малышку люблю, что не готов ее менять вообще ни на что. Тут и функционалка, и сила, и жиросжигание, и тонус мышц, и налитость мышц. Все в одном маленьком кругленьком предмете сосредоточено, про который я, кто досмотрел до сюда, большое спасибо, написал книгу. Не буду забывать об этом вам напоминать. Ссылки вот там в описании. Переходите, приобретайте, точно не пожалеете. 200 упражнений. Наработки силачей прошлого и мои собственные. 7 раз. Доброе утро, джентльмены. Сегодня, 7 апреля, я вам обещаю мощную тренировку с гирей в домашних условиях на все тело, которая состоит из одного упражнения. Какое вы, наверное, догадались из значка видео. Но перед этим разминка. Изначально планировал записывать видео в полюбившемся мне лесу. Но из-за того, что эпопея с этим блядским коронавирусом продолжается, уже даже выйти в лес без маски, я рискую нарваться на штраф у себя в Украине на 17 тысяч, даже не так, от 17 до 34 тысяч. И это просто, конечно, жесть какая-то. Но сегодня стало понятно, почему столько кипиша вокруг этого вируса. Якобы в Штатах поймали создателя COVID-19. Сегодня смотрел видео без перевода, пока скоро все, я думаю, новостные ресурсы будут вопить на эту тему. В общем, козел — это отпущение у Штатов или действительно китайский шпион. Я думаю, мы этого никогда не узнаем. Кто что-то считает, пишите в комментариях. Но суть в том, что стало ясно, почему столько паники вокруг этого вируса. Потому что это тупо биологическое оружие, в чем я никогда и не сомневался. Я никогда не верил, что из-за каких-то там летучих мышей съеденных может такая хрень приключиться, и настолько это в мире раздуто. В общем, всем это власть имущим на руку, поэтому, собственно говоря, мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся. Но не будем падать духом, не будем отчаиваться. Будем продолжать совершенствоваться, становиться сильным. Теперь на это есть больше времени. Так, гирька. Делаем сначала разминочку базовых таких вращательных движений с ней. И дальше переключаемся. Многие лечатся спиртным или профилактику проходят каждый день. Я профилактику и повышение иммунитета вот так закаляю с утра. Доброе утро, до утром добрым никогда не помешает.
Вчера, к слову, позавчера даже. Вчера уже крепатура была лютая. Позавчера убил ноги, работая даже без веса. Как? Расскажу в следующем видео. Это моя излюбленная стандартная разминочка с гирькой. Сегодня 24-ка работаем, но утро больше вес с утра тягать. Не вижу смысла, еще весь день впереди. Разминку всегда показываю, чтобы вы знали. Лучше размяться и не потренироваться, чем тренироваться, не размявшись. Это упражнение мне нравится очень. Шраги. Мах. Собственно говоря, что будем делать? Сейчас мы разберем все элементы движения. Они очень простые. Это взятие, жим. Но взятие не маховое, то есть не как обычно длинный цикл делается, а с постановкой, с паузой на полу. То есть на пол поставили, заземлились с мертвой точки. Сделали взятие и нет швунг, толчок. А именно жим нужно делать. Так. Давайте пока взятие сделаем вот такое. Швунг пока. Пусть все тело поработает на этом движении. Когда перейдем на жим, будет уже только верхний плечевой. Теперь делать будем, попробуем во всяком случае осилить, 10 на одну руку, 10 на другую, 9, 9, 8, 8, 7, 7, и вы поняли, мы дойдем до единички вниз, дышим, отдыхаем, ходим, руки греем. Ну что ж, за дело. Начнем с левой руки. Многие советуют начинать с более слабой. Обычно наоборот, я задаю уровень сильной правой рукой. И левой уже как пойдет. Сейчас начну с левой, потому что надо, чтобы обе руки сделали равное количество.
10. Оно всегда вроде бы кажется, задачка, чем меньше упражнений, тем проще. Но, как правило, все наоборот. Но если, допустим, взять чисто жим, сильнее будут плечи закисляться и трицепс. А теперь из-за того, что с пола взять, вроде бы норм. Тут чисто такая силово-волевая работа. Три. Четыре. Спина в середине, и низ спины, и нога. Ну, понятно, верхний плечевой пояс. Все работает в этом движении. Очень мощно. Девять раз. Запасной. Бывает такое, особенно с утра, делаешь, мысль такая, дышь, в голову вылетела, взлетела, сбился. Лучше перебдеть, чем не добдеть, а сделать еще один повторчик. Вы же работаете для себя, чем больше, тем лучше. Девять направо. Хорошо, что начал с левой, так как прям чувствуется, как вторая рука подтягивает нагрузку с ведущей руки, в данном случае с левой. Восемь раз. Опять, блин. Самое главное, что еще хотел сегодня сказать, ребята, нужно быть преданным делу. Любить дело, которое вы любите. Вот я сейчас
еще 7 утра нет, а встал натощак водные процедуры на улицу тренироваться. Многие начинают гирю поднимать сейчас все больше и больше ради хайпа. Поднимают ее месяц, два, три, потом уходят в воркауты, в пауэрлифтинг, во всякие разные направления, там, бодибилдинг. Я все-таки настолько эту малышку люблю, что не готов ее менять вообще ни на что. Пусть будет запасной еще и направо. Я не отрицаю, что кольца, перекладины, канаты, все это нужно. Для деток это вообще шикарно. Но для себя я вот этот кайф, когда ты берешь эту рукоять в руки, чувствуешь вес, ни с чем не могу спутать и заменить. 7 раз. Тут и функционалка, и сила, и жиросжигание, и тонус мышц, и налитость мышц. Все в одном маленьком кругленьком предмете сосредоточено. Про который я, кто досмотрел до сюда, большое спасибо, написал книгу. Не буду забывать об этом вам напоминать. Ссылки вот там в описании. Переходите, приобретайте, точно не пожалеете. 200 упражнений. Наработки силачей прошлого и мои собственные. 7 раз. Отлично. Сколько, смотрите, сколько мы тут работаем с разминкой совсем. 18 минут только. Ерунда. Сейчас за полчаса с утра полный объем нагрузки сделаем. Шесть. Пот пошел так хорошо, несмотря на то, что улица прохладненько.
не знаю, получится или нет, сейчас хочу ускориться. Ускориться и сделать финишный рывочек. По 5, по 4, по 3, по 2, до 1. Только меняю руки без отдыха длинного. Поехали. Вроде бы все. Садиться нельзя. В общем, как вам такое, ребята? На сегодня все. 20 минут, 2 минуты в начале было трепа. И все. Тренировка окончена. Оставайтесь дома. Оставайтесь сильными. Пока-пока.